Фермерские хозяйства, усадьбы, винодельни, рыболовецкие охотничьи базы. Чем завлекают в Краснодарский край туристов, проверили Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов. Глава региона и спикер кубанского парламента обошли все экспозиции и пообщались с хозяевами подворий. Те, в свою очередь, рассказали, гостям, особенно из мегаполисов, в станицах и хуторах, всегда рады. Да мы их вот так принимать будем, нехай-ка приезжают. Мы кажем, посаженцу дома, чтоб вишневый сад посадил. Любая семья может быть уже создателем этого бизнеса. У них агротуризм каждый день только по своему огороду. Вот в чем вопрос. А нам надо, чтобы не они по огороду ходили, а может вместе с ними те, которые еще готовы заплатить деньги за то, что вместе с ними по огороду походят. И там может быть даже и грядки по полю. Агротуры по Европе, они занимают 30% от общего числа туров. 30%. А мы почему-то не можем. Кубань не может создать агротуры? Может. Просто добраться и заниматься в каждом районе, в каждой станице, пытаться главам создавать условия для того, чтобы поехал турист. Пусть будут дневные туры, но и они должны быть. А может быть и с ночевочкой. То есть это все надо продумать, коллеги. Это хороший заработок и бюджет района, и в каждую семью. А объектами будут их собственные дома и приусадебные участки. Выставка агротуризма проходит уже третий год подряд, и с каждым разом увеличивается не только число участников, растет и уровень их мастерства. Эта выставка для того, чтобы они могли показать свое мастерство, свои возможности, пригласить к себе в гости туристов, отдыхающих, реализовать свой товар. Действительно, эта выставка является школой для дальнейшего развития. Мы видим, что из года в год мастерство растет наших ремесленников. Но при этом заниматься развитием сельского туризма нужно не просто от выставки к выставке, уверен губернатор края. Отдых в деревнях все больше привлекает гостей региона. Только в прошлом году отпуск в кубанских хуторах выбрали более 500 000 человек. И сделать так, чтобы они захотели вернуться, задача муниципальных властей. Что такое агротуризм? Это системная ежедневная работа. И если не будет системной работы по привлечению агротуристов, то и агротуризма не будет. А для этого нужны быть объекты агротуров, то есть то, что вы будете показывать, где эти агротуры проходят. Лучшим подворьям, фермерским хозяйствам и ремесленникам Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов вручили почетные дипломы и медали.